Выратовали на пожары. У Бобруйску горела квартира на 5-м поверсе жилого дома. Как поведомили у службе 101, под час ликвидации узгорания пожарные у одним спокою на ложку знайшли 59-годового мужчину. Его вывели на свежее поветро и передали медикам. С диагнозом отручивания продуктами горения потерпелых госпитализовали. 66-годовую женщину, якая у момент пожару находилась у квартиры, так само накировали в больницу. Але от госпитализации она отмовилась. Жильцов дома не эвакуировали. Теперь специалисты высветляют причину пожару.